Сорт Вэлли. Витя. За кого здесь играть можно? Бери главаря. Убить. Вы под моим командованием умрете. Ну да. Что за плюсик и минус? Это не командир. Я буду делать пиу-пиу. Но это не командир. Но это не командир. Подожди, мне надо потише сделать. Раз. Очень громко. Мы тебя ждем. Подожди. Good luck out there. We'll be in touch. Crow Squad, this is your commander. Professor Duvall and I will be monitoring your progress throughout the search. Communications are cut off from your end, so be alert. We're still unsure of what to expect. Ой, продолжай работать. Action! Ой, блядь, что ты сделал? Охуели, блядь. Julie Duvall here. Thermals in your subtle radar are tracking multiple signals in and out the installation's roofs and ducts. Я забыл, что тоже магазин полностью заряжается. Зашел стрелять, друзей. Не знал, что F делает такое. Their morphologies are just not right. This specimen is. Please. Looks like any of the other bugs to me, Professor. We're not here on a natural side today. Let this be clear already. Ah. Understood. You feel it, but I'm not. Меня трахнули. Это наш чел. Это чел. О, я был MVP. Да, ты был важный человек для команды. А ты суициднулся? Да. Вообще было. Командир ты плохой просто. Командира не было, понимаешь? Неслаженность. Ну, в следующий раз позовите командира, пожалуйста. Карта маленькая, кстати, видите? А мы сдохли. На половине. Мы? Ты. Убил нас. Ты. Кто завалил миссию? Славь, ты завалил миссию. Удинг сет. Угу. Ну, он был готов. Мистер Слав, припресс рэди. Wait. Wait a minute. Надо перед... Война войной, а обед в расписании. Он жрёт. Кал? Human, for lack of details. Their morphology is not right. This specimen is... Please. Ты шо? Ты шо? Что ты тут зашёл? Зашёл!
Стреляй. Charlie, it appears the warehouse's boost control is out of power. You'll have to get it back on before progressing any further inside the facility. Keep an eye out for what should be a maintenance panel in the vicinity. Да-да. Сейчас техник разберется. Техник доверяет своим друзьям. Техник не помнит, как. Access granted. Mail. Почта, я почту проверяю. Я вроде как бы прочитал. А что дальше? Кто-то патроны вообще убрал. Почта. Там почта только была. Я прочитаю. Почтой? Синтек Мега Корпорейшн. Почта. Мейл. Надо было бы. А я что сделаю? Там почта. Да, ты ехал. Пошла я по почте. Нет, это электричество. Это загадка слишком сложна для меня. Командир умирает, командиру нужно прийти к помощи. Командир получил поебали. Командир убил. Моя команда. Стреляю, ты, блять, по пули летишь. Командиру нужна помощь, иду помогать, он по пули прыгает. Его бил друг. Мне кажется, командир у нас немножко пустит. Брат, где техник нужен? Техник жив. Зачем мне перезарядил пулемет, когда у тебя было 75 патронов еще? Потому что я не привык. Сварочный аппарат. О, хилочка, которую я хотел бы использовать. Надеюсь, меня прикрывают, я доверяю тебе. Блин, мой сафар! Интересно. Может, понизим скорость? Ой, скорость, сложность. Это, видимо, слишком сложно для нас. Просто не умирать. Сложно, наверное, Олегу не лезть под пули. Я убил больше врагов, чем ты. Потому что ты, блядь, под пули лезешь, ты задавёшься... А я тоже под пули лез! А тебя я случайно убил, просто там тебе прибежал. А ты у меня за экраном, я хуй знает куда стрелять. Смотрите, я... Меня двое. Чихуя себе. Его двое, брат. Я не готов к технику. Что? Конрад, если я буду командиром. Алло. Они должны быть этим техником. Там тебе техника нельзя начать. Я буду тебя хилять на ним. И шо, всё, играем без техника, да? Как же кто первый сломается, тот пойдет техником играть. Нужен техник. Аним. Уебище, блять, ебаное. Не вижу тебя. Хорошо, блядь, нажрёшься уже. Очень вкусно, блядь, не начали.
Отличная картошка. Давай, брат, мы вдвоем поиграем нормально. Я пришел. Вовремя. Неудачный случай там произошел. Though these readouts are ordinary, Mueller for lack of detail. Their morphology is just not right. Я командир, Олег. Туши! Тушу. Меня потуши, мой пукан. Charlie, it appears the warehouse's boost control is out of power. You'll have to get it back on before progressing any further inside the installation. Keep an eye out for what should be a maintenance panel in the vicinity. Что мне сделать? Олег! Как сохранить эту парашу? Все, нам еще бэс. Читай почту. Это очень важно. Ой. Ириса Владимировна. Кто такая Ириса? Кто? Это дочь. Моя. Есть дочка? Да, она найдет тебя и уйдет. Сидит у меня. Опять проблема в жизни. Looks good. Я да, слышишь? No problem. О, тоже почта. Форензак Форменда. Roger, Roger. Looks good. Блять. No problem. Все как. Жми! Не брат ты мне! Я доел. К сожалению. С удовольствием бы еще покушал. Меня больше всего убийств почему-то. О, больше всего урона по Friendly Fire! Я хороший Friendly. Я себе из-за смеха чуть зубы не выбил. Я хочу быть медиком. Кто должен быть? Что? Тут нужен медик? Да. Вообще, типа, инженер нужен турельку носить. Давайте я буду. Инженером, все. Нужен просто хил. Нужен хил. Дайте я турельщиком буду. А не, иди будь медиком. Нет, я не буду медиком. Хорошо, я буду медиком. Возьми турель. Там ты быстрее ее распаковываешь. У меня нет, у меня нет турели. У меня есть турель. У меня закрыта она. Есть турель. У меня она закрыта. Advanced Sentry Turret. У меня она. Сам начале. Ты тупой. Все. Она у всех есть. Она у всех есть на них. А, она во втором слоте. Она в любом слоте. А нахуя мне она? Ты ну, быстрее ее распаковываешь. Блин, это тип штурмовой винтовки. Похуй, пускай. Я готов умереть. За свободу. Так, далее. Играем серьезно, блядь. Никакого Friendly Fire. Crow Squad, this is your commander. Professor DeFall and I will be monitoring your progress throughout the search. We're still unsure of what to expect down there. Charlie, Julie DeVore here. Thermals from your shuttle's radar are tracking multiple signals in and out the installation, roofs and ducts.
Пацаны, вперед! Я командир! За командира! Пацаны! Командир? Тушить! Потушите это! Бегу, бегу, господин! Плохо работаешь, плохо отрабатываешь, плохо! Еще потерял его. О, тебе будет больше урона, Максиш. Я почитал хоть. Что пишет? Вперед, пацаны! Любовь, вся фигня. Ну, пацаны, не надо стрелять в них! Это ж... Подозреваю, кто это был! Огонь, оказывается, снова, блядь, появился. А может они как-то подают в камеру? Потому что я не понял. Давай, командир мой. И пошли. Техник? Где медик? Он остался тут бывать на стиле. Мы тебя не забудем, медик. Как его звали? Не знаю. Он первый день. А как мину поставить? Надо на стену поставить. Что надо? На стену надо смотреть. А я на стену и смотрю. Спали единичку, брат. Единичка? У меня себе три мины. Ну правильно, чтобы все знали, что можно. Разминируй! Молодец. Стрельни, брат, стрельни. Чем? Проебали. Я прикрою тебя. Работай. Что-то взорвался. О, привет. Вам нужно ходить. А куда? А, не бросай командира! Техник, не бросай командира! Техник, блядь! Понижен! До медика! Ой, блядь! Техник! Чего твои кости? Один, 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 один. Не стой, не заходи. Смотри, Бейзи. Дит. Ну какие куски? По-моему, не было в первом аренде с вами кусков. Нет, такого не было. Так уже на скорость 2 теперь, брат. Ну уже лучше, чем в прошлый раз. Медика оставили, блядь. Умирач. Мне техник другое сказал. А не верим ему, брат. На том свете я уже никому не поверю. Он прыгнул в огонь. Я не хотел! Достойное уважение. Я не хотел.
Эти флееры, как они работают вообще? Ты готов, брат? Ахуя они нам. Флееры дают провайд автоэйм бонус. Бонус к автоэйму. Заебись. Руки теперь не работают? Yes. Ладно. Пистолеты прикольные, куча патронов в них. Много урона. Ой, блин, такой сон, пацаны, поднялся. Мы ехали сюда, вот на этом шахтолете, вертолете. Professor Duvall and I will be monitoring your progress throughout the search. Communications are cut off if you're in, so be alert. We'll ensure what to expect. Charlie, you'll need the ball here. Thermals from your shuttle's radar are tracking multiple signals in and out the installation, roofs and ducts. А, я командир опять. Пацаны, вперёд, вперёд! Медик первый, медик первый! Я тоже. Не очень хорошо. Ай, блядь, чек, понижен! Looks like any of the other bugs could be successful. We're not joining that society yet. Let's see if we're all ready. Что это было? Что это было? Чтоб огонь больше не разгорелся. Медик понижен! Да ты чё, нахуй? Хилочка, хилочка! Правда, хилочка, подойди. Ты командуешь мне? Я вложил. Ай! Оказывается, это я взрываю. Командир вперед, командир! Не боится! Командир боится! Хилочка, хилочка! Хилочка, сюда, сюда, брат! Не сюда, хилочка! Хилочка, конечно! Потом хилочка! Sentry online! Sentry online! Жму сделаю, вообще выше тебя. Успей попробовать. Хоть и быстрее, хоть. Трудно. Access granted. Хотя дефа мы пойдем пойдем этот. Мне надо как-то открыть. Все, видишь, дефа, значит. Я буду здесь сидеть. Может, на этого нашего босса? У него коты какие-то в голове. Он здесь еще! Убегаю, меня нету здесь! Бросай его турель! Весь бюджет на турель ушел! Посрали все опять! Charlie, we're picking up a lot of activities converging on your position. You'll have to hold them until the opening sequence is through. Just for a while. Командиру плохо! Медик! Медик!
Помоги! Пока! Техник спасет! О, я MVP матча, оказывается. Техник спасен, получается. Больше всего фронта фаера пошло где-то более. Не понимаю, о чем речь. У меня 0 friendly fire. Вот это красавчик. Ну, всего 4 миссии. Не, мы потом на другую планету полетим. Мне не нравится быть медиком. Меня ебут и в хвост уберут. Это не из-за того, что ты медик. Медик. Командир увольняйся. Кого говоришь? А то. Нажмите на плюсик под персонажем. Плюсик под персонаж, понятно. Ну, под ваш персонаж и плюсик под ним. Нет такого ничего. Смысл нет. Нету. Вот персонаж. Тут плюсик-минусик, только слева. Ну. Плюсик нажми. Нажал плюсик. О, нихуя себе. Играй. И как это возможно? Бота типа задается? Нет, это типа ты с геймпада играешь. Как убрать? Думаешь, бот лишний будет? Я готов. О, привет! Смотри, на зубы сколько карт. Там пацаны полегли, да? Контуженный какой-то он. Я пережил Вьетнам. Ой. Интересно, а что делать эта кнопка? Блядь! Мы же работаем в таких условиях. Антисанитария! Здесь мест за счет пацанов. Пацаны, тут снайперка есть. У меня. Нашел где-то море кушает. Где-то море. Я почту читал. Почитал? Ай, блядь, ты охуел. Ну, правда, снайперка есть. Хил, мне это важно. Я так не могу, у меня нету специального обыска. У меня есть... О, ну тебя штучка не с этого. Commander, if I may. I believe this excursion could turn into an opportunity to learn more about this alien parasite. So many settlements seem to have encountered over the last few months. Maybe extending the field of investigation, given the uniqueness of Loxodon's state, could lead to some sort of answer about this phenomenon as a whole. As a negative. We've discussed this already, Professor. Sir, with all due respect, what I'm asking is merely that we... Unless you're bearing knowledge to the attention of my men on the subject of bugs killing Miss Saval, I'd appreciate greatly. You should know the mission as well as I do, and that it does not involve jeopardizing my squad's chance of survival in favor of the subway there. Ты охуел, блядь? Сожрал все патроны. Пулемет, блядь. Пулемет ему надо. Ты сказал, Friendly Fire Magician!
Я поверил! Ай! Я умею себя хилить! Не нужны мне друзья! Ну, возможно, нужны! Слышишь, что говорит жук? Медик! Возьми аптечку. Хорошая идея. Была бы, если бы я мог. Не научился, неквалифицированный. Уа! Уа! Оп! Оп! Что у меня в костюме скрит? Я техник, я важная персона. Нихуя, какие импульсы от тебя страшно. Это Switch Marine. No harm in trying. Техник работает. Откуда мы? Туда, я все сломал. Хорош. Иди за ним тоже. Я хп побольше будет. Реально вести команду. Я бы не додумался никогда, придет так. Ты от меня бежишь, да? Я, блядь, еще работа. О, не стыд. Так близко со мной! Избегайте нанесения урона другим членам отряда. Правильно. Сейчас посмотрим, кто, кто это правильно говорит. Огонь по своим. Я в MVP. Он даже по себе friendly fight. Нахер, блядь. А техник нам нужен? Нет? Я отказываюсь. У меня стресс. Быть важным. Быть важным не важно. Без худо играть худо. Я готов. Готов? Нет. Пацаны, привет! Я первый день на меди. Кто в нашей команде? Ладно, ты инженер, ты купил себе просто слайм. А там оружие такое. Снайпер валял. Штурмовая винтовка тут валяет. Медику уже больно. Чего
это ничто. Короче, шел один сталкер. Кто это был? Кто же стрелял? А тут что? Commander, if I may, I believe this discussion is turning to an opportunity to learn from the alien parasite. So many parasites over the last few months. Смотрите, что есть это. Смотрите, винтовку нашел. At the negative. We've discussed this already, Professor. Sir, with all due respect, what I'm asking is merely that we... Unless you're bearing knowledge to the intention of my men on the subject of bugs killing Miss Saval, I'd appreciate your radio counsel. Там опасно, пацаны, там опасно. ...mission as well as I do. And that it does not involve jeopardizing my squad chance of survival Пошли. In favor of some red hair. А как ты держал прямо на себе эту штуку? Блять, медика бы. Дефибриллятор! Там патроны были. Там они. Hold position. Wait here. Hold position. Hold position. Follow me. Seal the door. Hold position. Hold position. Hit the switch, Marine. No harm in trying. Надо, я... Я рано ли ты это делаешь? Значит, ты закончишь, что ли? Надо быть по-новому, пожалуйста. Брать их, да, не брать? А дай сюда. А тебе бесконечные патроны? Как делал прямо себя эту штуку? Убираем, убираем, убираем. Я хороший командир, все тут друзья, все на команде. Ну что это? Видите, как это самое дело? Медикам нужен на всю жизнь, он хочет бросить команду. Медик пошутил, медик. Нас зажали. Медик. Медик остался в живых. Рапорт на медика. Пробежал за агрелых, блять, они вышли на него и такие, о, тут я просто не за. Friendly fire. Я никого не убивал, это ложь. Меня убили. Меня убили свои. Чтоб ты понимал, когда мы друг в друге застряли, я до последнего стрелять не хотел. Я тоже я не стрелял. Я ПКМ пытался бить и выпрыгнуть. Там уже не ебутся, пока медик отвернулся. Да, да, мы. Я не буду лезть перед нашим отличным пулеметчиком. Отличный пулеметчик? А кто будет медиком? Ну, медик, мы пососем член без медика. Нажми плюсик. Нажми плюсик. Ну нажми. Че сложность такая низкая? Тяжелая.
Hard disabled. Fuck. А челлендж. Все, пацаны, бежим. Его инженер смотрит, как меня ебут. А, все кончилось. Да. Слушай, я там пулеметчику не вспоминаю время, когда нужно ему перезаряжаться. I believe this excursion could turn into an opportunity to learn more about this alien parasite so many settlements seem to have encountered over the last few months. Maybe extending the field of investigation, given the uniqueness of Lotusm's status, could lead to some sort of answer about this phenomenon as a whole. At the negative. Professor. Sir, with all due respect, what I'm asking is merely that we... Unless you're bearing knowledge of the intent of five men on the subject of bugs killing first of all, I'd appreciate radio sound like you should know the mission as well as I do, and that it does not involve your forgotten five questions of survival in favor of stuff right there. Возьми себе патроны, пулемётчик, возьми патроны. У ящика недостаточно патронов для меня. И это без мемов. Там зачем мало. Пулемётчик! Да пулемётчился! Пулемётчик! Пулеметчик! Инженер, ты вышел на образование, я купил, тоже давай. Пулеметчик! О, патроны! Блядь, будьте неработающие колеса. Как работают медики? Русская медицина, я бы сказал. Так сказать, чтоб не страдал. Ого, огонь по своим, даже не я первый, хоть я стрелял с минигана, как ебанутый. А как ты думаешь, кто убил техника? И пулеметчика. А я пулеметчика таким образом. Морально. Ой. А на нем не играл за хило, кстати. У меня есть пушка тест. Ты молодец. Спасибо. Пойдем. А не мешайте не стрелять по своим. Ого! Надо нам все такие еще взять. Один урон, кстати, всего лишь. Ой, да. Да. Я надеюсь, Славик будет из своего защитника М42 стрелять по врагам и не по своим. 105 урон, не хухры-мухры. А я убью себя. Charlie, that report's a blizzard activity coming from HQ. We'll do a short rotation and get back to you. Никак. Я тогда оружие.
один толку ставит, и другой, другой, и тех, да? А он нас тоже. А он не знает, давай, вот. Нихуя себе. Ебать, снайперка сотый. Commander, if I may, I believe this excursion could turn into an opportunity to learn more about this alien parasite that so many settlements seem to have encountered over the last few months. Maybe extending the field of investigation, given the uniqueness of Loctodem's status, could lead to some sort of answer about this phenomenon as a whole. At the negative. We've discussed this already, Professor. Sir, with all due respect, what I'm asking is merely that we... Unless you're bearing knowledge to the attention of my men on the subject of bugs killing Mr. Ball, I'd appreciate radio sounds on your part. You should know the mission as well as I do. And that it does not involve jeopardizing my squad chance of survival, they will be stuck right there. Кто-то турель забыл. Кто-то у меня спиздил. Она там лежит. Не-не, чё, кто последний взял? Дай турель! У меня две турели не может быть. Точнее, может быть, но тогда я... Зачем брал тогда мои турель, ты? В чём? Мне было интересно, кто это закончит и вообще... А тут ты убит. В прошлый раз это было миллион. Да, это все. Я тебя убил, пацан. Лучше. Hit the switch, Marine. No harm in trying. Sentry in place. Проходи, Слава, проходи. О? Ты не мой командир. Сдохнет, а. И мы снова будем снова играть. Ой, он вернул. Я понял. Не особо уничтожил. Sir, I have to insist on the singularity of the circumstances we are drawing ourselves into. From the few records I could salvage, it reads like something happened, unlike past attacks, with the people of this colony as a direct cause. References to experiments and research. We've been. So far, blissfully shooting down. Whatever we might find, would we not benefit from it, if nothing else? You seem to have misunderstood our purpose, best of all. As unprecedented as it may be to you, all that I'm willing to see down there is the most basic result of one sick game. An experimental playground for madmen who couldn't be bothered to look beyond their own personal amusement. It's a real mess, and we're the cleanup crew. In the most practical terms, it's my protocol that we now direct to a search and destroy objective. So if you are still confused, I reckon this is a clear enough choice of words. Sir,
не устал. Да, да, дадим. Дадим! Ну дадим! Ты видишь трейсер пули, брат? Знаешь, что самое последнее, когда будет лоу-хп у тебя? Я не знаю, что это. Ты меня чуть не взорвал. Это что, из-за того, что я чёрный? Я чёрный, хоть этого костюма не видно, а я чёрный. А куда мы идём? Кто-то сломал ключ, кто-то из нас трейтера. А инженер не нужен больше, брат. Он нужен был моему сердцу. Почему инженер больше не теперь начал вас? Он один раз выжил без нас. Потому что я задрал. Один раз выстрелил по Олегу, урон. Больше по своим сердцам. По писью. Надеюсь, вы не начнете без меня, вы же друзья. Хорошие. Мы пройдем без него? Там пушка какая-то новая есть у меня. Принцетрон называется. Бери меня. А оно, кстати, вроде как ебашит сквозь врагов. Да. Это как снайперка, но... Я знаешь, что хочу проверить? Шо? Давай начнем. У меня просто... А, погоди, блядь, сейчас, погоди меня. Мне надо приглашение перенастроить. Не знаю, будет ли оно работать. Буду играть из геймпада и с клавой и мыши. У меня приложение. Ого, с нами рысь теперь. Блять, я хотел проверить, ладно. Придется без проверки играть. С проверкой. Какой проверка? Ладно, давай тогда с проверкой. Ты верил, а я одна буду женщина, да? Да. Нихуя себе, раньше же можно было такой четверо. Ты? Я понимаю, раньше можно было вчетвером все выиграть. Опа, я теперь медик. Опа, я теперь слава. Оп, 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 оп. Кто я достаточно? Оп, я иди. Не скажу. Ну ты уже станешь им. Это не кое. Я убью тебя. Мы сейчас будем играть в восьмером? Нет. Давай 10. Нет, зачем? Давайте как-то нормальные люди.
Ну скажи, давай одного возьмем себе и все. Нет. В смысле? Без них. Только нет. Люди. Один бот. Только люди. Один бот. Только люди. Мы слишком тупые. Ты только, только ты. Вот здесь. Кикай его. А что, потом или нет? Слава, выбор с тобой. Не все равно. Значит, с ботом. Выбор за тобой. Значит, с ботом. Ему все равно, значит, все равно. Я готов. Я не готов. Не хочу, чтобы у нас были железяки в команде. Не могу доверить им свою жизнь. Если ты хуёшь? Now, I report the blizzard activity coming from HQ. If there's a short rotation, I'll get back to you. The Silver Installation employs some kind of rail system to move personnel around the facility. Hopefully you can still use one of their platforms, but tread lightly, squad. You're still in unknown territory. Medic! Наш пенсис, да? Да. Это, наверное, за что бот в команде, да? Да. Опа, увернусь от пули. Аллее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 ee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 e
Не можем левел пройти 20 часов на нимный квестик. Почему у тебя проблема с ботом? Зачем ты по своим стреляешь? Я не стрелял. 376 урон по своим. Нихуя себе, не знаю, о чём ты. Что, мы уберем бота, ты доволен? Ты доволен? И нет. О, на турельку работает, кстати, что? Можешь две взять, если хочешь. Если у нас три турели. Нет, ты можешь еще одну взять. Я буду четыре. Да. Я готов. Можно... Можем каждый по турели взять. Я убью его. Я турель взял! Charlie, that reports a blizzard activity coming from HQ. Still short of the first I'll get back to you. Still the physical rail system personnel around the facility. Oh, one of their platforms. Red light squad. You're still an unknown character. Почему турель моя перевернула, блядь? Твой урод, я перевернул! Да, наверное, я случайно забыл. Си. Подожди, я монтирую турель, подожди, жук. А тут тоже турель повернул, понял? Commander, if I may, I believe this experiment could turn into an opportunity to learn more about this alien parasite so many settlements seem to have encountered over the last few months. Maybe extending the field of investigation, given the uniqueness of Locutum's status, could lead to some sort of answer about this phenomenon as a whole. That's a negative. We've discussed this already, Professor. Я могу две турели забрать? With all due respect, what I'm asking is merely that we... Unless you're bearing knowledge and the attention of my men on the subject of bugs killing Mr. Ball, I'd appreciate... Я перезарядил свой патрон только что в никуда. Возьму-ка я эту обойму. Посмотрите, куда... Я
что с ним, блядь? Я четверочку спалил, он уже патрон насрал. Это Виола. А кто меня хилить будет? Нихуя себе. Connection problem. Что, поиграли? Это все из-за тебя. За что? Ай! Я реконнекчу, значит, а я умираю. Может, забота играть? Тебя слушали. Не, не могу. А, нет, могу. Пацаны, я такой сон увидел. Пойду умру от своих рук. Знаешь, что я умер? Ха, я чуть тебя не убил. Похоже на урок, когда я кинул. Хилиться не будешь, потому что ты не медик, точно. Слушай, давай убьем его, он мучается. No harm in trying. Просто повторять не надо. Don't get too close. I got a thing for collateral damage. Take it 50%. Я возьму твою твою карету в панике. Он запнулся, скажем так. Разряжаюсь! Ну, тролька там такая. Только чуть не взяла бомбу. Мне стресс. Эти, блядь, два с патронами. Я столько не мог таскать на них. Но зато они ястреб не поставили. Ты сам бы сейчас думал, если бы ты понимал, я мог таскать всего 15. Мне опять connection problem. From the few records I could salvage, it reads like something happened, unlike past attacks, with the people of this colony as a direct cause. References to experiments and the creatures you've... We've been... So far, blissfully shooting down. Whatever we might find, would we not benefit from it if nothing else? You seem to have misunderstood our purpose here, Mr. Duvall. As unprecedented as this may be to you, all that I'm going to see down there is the most basic result of one sick game. An experimental playground for madmen. Couldn't be bothered to look beyond their own personal. Я постою здесь, пожалуй, знаешь. It's a real mess, and we're the cleanup crew. In more practical terms, it is by protocol that we now derive to a search and destroy objective. So if you are still confused, I reckon this is a clear enough choice of words. I'm quite clear. So. Good. Now, let's find a way to reach the bottom of this place and blow it sky high. Я все буду. Они стреляют! Довольно не писал. Медика бы. Кажется, меня бросили. Сейчас все будет. Наверное. Тут весь фикшон. Roger.
А разговор-то был. А где турель? Хе-хе, её нет. Брат, инженер не нужен, ты должен спасти его. Чтобы инженер не был нужен, нужно еще жить. Реально, я хотел немножко... Пистолет ты ему возьми, поставь ролик. А куда идти? Сюда идти нужно, а как туда попасть? А взорви, вон, да. Это взорвать? Выше комната, да. Сейчас я 6 патронами справлюсь. Там пистолеты были у этого. Сейчас все будет. Турель есть, миниган нет, огонь, больно. Сейчас свет. Нажимай кнопку. Просто иди и нажми кнопку. Пойдем со мной, турель. Ну, вообще, это все? Да. Я надо будет бежать, брат. Мне кажется, это конец. Это кнопка, это все. Неожиданно поворот. Турель буйная. Ты можешь пойти взять свет, это все. Пойти. Там робот. Это я. Робот, ага. Что тут есть интересно? Пик на лиф. Не работает. Пип. Я пошел. Кащу их. А тебе не хватит, скажет мало. Мне тоже так думаю. На, я отказываюсь верить в это. Там, знаешь, что ПКД брал пистолетные патроны? Просто так. А пойди, возьми пистолет. А если там зомби? Две пары пистолетов, да, чтобы ты радовался. Разрежу ка их. А первую пачку ты не придумал, добро. А мне куда надо идти? Туда? На радаре оранжевая стрелка. Турель забрать. Вот мне сюда надо. Турель забрать. Машина мне нужна? Перезаряди. Да? Волос в голове, я справлюсь, я сделаю это 1000 раз. Мне туда надо, да? Я думаю, что турель там. Я боюсь. Слышь, я инвалид. Я хочу уехать отсюда. Надо его строчить, надо, брат. Я могу снять это? Видишь? 0 патрон. Так надо пройти. Ты плохи. Нихуя ты рисуешь. У меня connection problem. О, я жив. О, нет, я мертв. О, я выжил, пацаны. Все, я готов. Никто не верит в меня. Тоже не верю. Плохие слова там рисуют. Плохой человек, блядь. Надежда наша. Надежда. Надежда не лагает. Надежда умирает последней. Надя. Тебе как надо, бро. Мне страшно. Все под контролем. Патрон возьми. Все под контролем. Закатишь их и на то это. Я закачу их, я профессиональный геймер. А че у тебя так много хп? Это геймплей.
all its body heat is concentrated around its rear. That's the weak point. Опа! Опа! Вторая турель. Нет, у тебя вторая турель. Это все правда. Трэш! Только пашки, только пашки. Как босс не работал? Он просто вообще как разбежится. Что может? Пойти. Иди патроны возьми сзади. Надо. Не надо говорить со мной. Мне патрон хватит на мои действия. Понятно? И я пошел к свободе. О, красава, брат! Да. Это уважение к тебе. Без респекта. Спасибо, ой, моя голоса в голове. Кто бы еще все предыдущий? Славик, у нас к тебе вопрос. Почему я человек, который убил Олега, нанес ему, нанес меньше урона друзьям? Из-за восхитила моего Олега. Это было намного лучше. Мало бы было быть. Могло бы было быть. В принципе, меня устраивает конец. Я ушел к своей семье. Олег, что? Я убью твоего бота. Нихуя себе, за что? То, что он существует. Да, я бы тоже против бота. Что ты за бота выиграл так? Мы долго. Он вылетел. Он вылетел? Нет, когда я умер первый раз, у меня там залагал коннекшн, я умер. Из-за бота. Из-за бота. A nuclear chain reaction should be enough to cave the entire thing on itself. Yep. Looking at the design plans, we know that one of Ludlum's cores is located within this floor's eastern section, alongside the chief scientist's office. Не время, блядь! А что Рома не получал первые 5 пуль? У меня было шоковое состояние. Зачем мы били бота? Зачем он сделал? Просто бах давал на урон и все. Я за компанию. Мне не нравится твоя компания. Мне так каждая женщина говорит. Ой. Никто не хочет за технику поиграть? Дитамори хочет, чтобы лидер стал Дитамори. Я голосую за я. Удали бота. Я не могу. У меня кнопки. Понял намек. О, теперь у вас будет connection problem, я надеюсь. Я же хост. А как вы смотрите? Консоли.
if we're to condemn the facility, would be to overheat its power source. A nuclear chain reaction should be enough to keep the entire thing on itself. Looking at the design plans, we know that one of Lutonum's cores is located within this floor's eastern section, alongside the chief scientist's office. Don't get any big ideas, Professor. Just point my men in the right direction. Of course. The only access to the east has been shut, but luckily, the corridor to the west appears to be leading to a remotely controlled defense station. If you find a way to make it work, that may be your ticket to the power core. Пока. Sentries online. На есть. Можно уже никак не контролировать. Травмирован. Нельзя ругаться. А огнемет где? Сука, опять лагает. Интернет не заплатил. Господи, помилуй, господи! А чё, не можешь, да? Не можешь, да? Чё ты тянешь свои лапы? Я патрон достался в один патрон, а бьёт папкой. Все убили. Сразу видно, что новое. Ай! Что будет, если пройти через... Ай! Пойду найду дроп какой-нибудь. Вкусный дроп. Я тебе не да... Ему нужны были патрончики, знаешь? Та пистолет. Follow me. Нам надо это сломать как-то. Давай подумаем. Ah!
хуёво, думаю. Я тоже. Let's move. Нихуя себе людей. Что я дропнул? А не, смотри, я купил нормально вообще, прикольно. А как ее выбросить? Hold position. Как выбросить? Тут две шмотки. Как ее выбросить? Мои друзья умерли. Друзья? Кто-то из нас лох. Чернее. А, я админ. Давай. Как скажешь. Быть админом — это огромная ответственность. Жалко, что хост все равно на Олеге, и пинг у него лучше всех. В чем смысл моего хоста? У меня хоста педагра. За что, блядь? Делаешь человека лидером, но он кикает тебя. Кости. Нихуя себе. Я тебе для этого лидером все. Ой. Забавно, что можно икс. Хоста. Мне не нравится. Я покажу на нее.